Назад. В полуразрушенном доме прошлого века обнаружили настенные росписи 30-х годов прошлого века. Вплоть до сегодняшнего дня удивительные по красоте работы художника-авангардиста Василия Маслова считались утраченными. Сразу несколько реставраторов взялись за безвозмездную работу по сохранению шедевров. В это же время фирма-застройщик, игнорируя требования Министерства культуры, настаивает на продолжении сноса здания. Власти подмосковного Королёва утверждают, что произведение искусства уничтожено не будет. Бюджетный счет. Сам факт того, что эти объекты были признаны объектами, обладающими признаками объекта культурного наследия, уже их защищают в силу закона. То есть в соответствии с федеральным законом об объектах культурного наследия любые действия, которые могут нанести ущерб, повредить данные памятники, они запрещены. Сегодня в Центральном доме.